Здравствуйте всем, дорогие друзья, сегодня будем играть Counter-Strike 1.6, русская версия. И сегодня буду играть на Expert. Как вы видите, я поставил на Expert, да? Сюда нажимаем, сюда нажимаем, сюда нажимаем. И берем клевый пистолет. Сейчас надо патроны. Возьмем патроны. Так. Бери патроны. Одного убили. Прячемся. Воу-воу-воу-воу. Ай, убили. Давайте сейчас убьем. Убьем, игрок. Ботов. Я просто не хочу ждать. Вот поэтому я буду, когда погибать, убивать разных ботов. Если вы не знаете, как всех быстро убить, нажимаете на клавиатуре H, это G, английская N, короче, русская N, убить всех, и все нажимаете, и все, при помощи мышки, и вот все, если кто этого не знал. Я начал игру где-то, как вам сказать, 4 месяца назад, либо же 15. Видите? Если бы на легком я бы играл, мне бы не попадали, потому что на легком одни нубы. Боты. Это на эксперт. Ай. Опять убили. Ладно, давайте убьем. 4.2. Нормальный показатель. Нормальный показатель. Нормальный. 4.2 4.2 4.4 4.4. Короче, хватит петь. Сейчас. О! Давай. Прячься. Эй, надо было переключить на пистолет, ладно. Но все равно у меня 6.3. Нам надо достигнуть 12. Чтобы было 12. Смотрите, я еще изучил. Я стрелял плохо за эти 4 месяца. И вот так вот изучил. Нормально. Все нормально. Хватит. Давайте сейчас поубиваем ботов. Прячемся. Они вот. Так вот убили, где там еще были? Уронили бомбу. Я пошел охранять бомбу. Он зашкерился. Так, еще и. Где это? Наверху что ли? Еще трое. Вес наверх. Так, этого убили, так. Будет симметрии, вот симметрии. Вот сейчас догоним. Давайте взять. Ай, давай. Поменяй. Опять забыл поменять с пистолетом. Ладно, спецназ победил. Круто. Спецназ победил. Так, автоматическое снаряжение и поехали. Надо было купить щит. А, щит купился. Либо же надо было купить гранату и взорвать их. Но я сделаю по-другому. До 12. Как я сказал, надо достигнуть до 12. Потому что я 4 месяца играл как нуб. Я достиг своего результата. Хорошего результата, между прочим. Хорошего результата. Достигнул хорошего результата. Ай, опять. Так, сколько у меня там? 8.5. До сих пор даже, но... Жмертей много. Так, автоматическая. Ну, я думаю, что... АВМ... плохое оружие. Мне нравится вот это вот оружие. И нравится...
это вот оружие. Это. Либо же вот это оружие. Был ПАП. Корион 5.66. Или же Манган Снайпер Лев. Это АВП. Давайте отмену нажмем. И куда пойдем? Сейчас я буду думать, куда пойдем. Давайте туда пойдем. Так, надо сейчас сюда. Ой, ну, сколько там террористов было? На эксперте еще. Спецназ победил. А почему террористы? Я же... А, да, я понял. 9.6. Надо еще 10, 11, 12. Еще надо 3. 3 убийства и все. На этом я закончу. 10, 11, 12. Как я говорю, надо убить 12 ботов, террористов на эксперт. На эксперт. Да, эксперт. Короче, хватит петь. Опять пою. Умирай, давай, умирай. Эй. Не получилось. Давайте с ботом. Есть, убил. Так, еще один бот, да, остался на эксперт террористов. Я могу еще побольше челлендж придумать. Давайте так вот просто будем зажимать, а это просто ошибка была. Зажимал быстро. Остался еще один бот, и все, на этом я закончу. Так. Давайте пойдем. Вот сюда, где боты. И поуничтожаем. Так. Есть. Ай, убили. Ладно. Мы достигнули 12 и 8. Я еще раз повторяю, что я плохо играю в Counter-Strike, но Titanfall, который я играл, и даже сейчас играю, хорошо. Потому что я прошел где-то за 5 часов этой игры. И Subnautica я хорошо играю. Трансформеры. Выживители, да? Обзоры. Первое видео, как... Где найти морской гайдер и зубы сталкера. Я также оставлю его... Наверное, на... Это как там в конце называется? Я забыл, надо вспомнить. Короче, все равно... Я это оставлю на экране компьютера. И всем пока. Вспомнил, это конечная заставка. Ладно, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.